Под марш кадетов и бурные аплодисменты ученики пятых классов выходят в зал. Этого дня ждал каждый из них. Прежде чем стать частью кадетского движения, школьники долго и упорно работали над собой. Мне пришлось постараться, заканчивая четверти на пятерке, стать круглым отличником, чтобы стать в пятом классе кадетом. Этой осенью кадетские ряды 27-й школы пополнили 30 пятиклассников. Эти ребята лучшие в спорте и учебе. Они активно участвуют в жизни школы, и у них нет проблем с дисциплиной. Когда я была в начальной школе, я всегда смотрела на кадетов и всегда думала, я хочу быть такими же, как они. И когда я перешла в пятый класс, я решила, что я действительно буду кадетом. В 27-й школе кадетское движение зародилось 8 лет назад. Самые первые кадеты в 2019 году уже выпустились. За это время они доказали всей школе – кадет звучит гордо. Примером для меня были 11-классники, которые были первыми кадетами в нашей школе. Я старался быть похожим на них. Сейчас в 27-й школе 10 кадетских классов. В них обучаются почти 300 человек. В 27-й школе очень много хороших традиций, которые есть. Это те традиции спортивные, значит, патриотические вещи, которые проводятся в этой школе, получается. Значит, надо было еще как-то это все обобщить, сделать так, чтобы была хорошая такая научная основа всего этого. Вот поэтому в 2011 году открыли первые кадетские классы. Теперь день, когда пятиклассников посвящают в кадеты, стал праздничным в школьном календаре. Наконец, ученики с волнением принимают присягу и читают клятву. За ними с трепетом наблюдают родители, бабушки и дедушки, пришедшие поддержать своих детей и внуков. Во славу великой России! Во славу родной Мордовии! Клянемся! 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 После клятвы кадетам вручили удостоверение. Они уже доказали, что могут достойно носить это звание. Теперь заданную планку придется держать и даже повышать. Кадеты не только красивая форма и известность среди сверстников. Это в первую очередь упорный труд. Потому что кадеты являются неотъемлемой частью как города, республики, так и нашей школы. Потому что они принимают в разных мероприятиях, конкурсах, парадах участие. Кроме активного участия в школьной и общественной жизни, кадетов ждут дополнительные занятия. На них педагоги расскажут историю кадетского движения, помогут изучить военную психологию. А еще юные кадеты освоят строевую подготовку, научатся красиво танцевать и меньше чем через месяц уже сами закружаться в вальсе на самом настоящем кадетском балу. Ольга Данилова, Владимир Надькин, «Народные новости».